Шановні колеги, доброго дня. Ми розпочинаємо регламентовану передматчеву прес-конференцію, в якій беруть участь гравець команди «Динамо» захисник Ілля Забарний, головний тренер команди «Динамо» Мірча Луческо. Допомагати перекладати нам буде Еміль Карас. Хочу спершу запитати, чи є в нас іспанські журналісти. Antes de todo, tenemos periodistas de España en esta sala. Я так зрозумів, що іспанських колег немає, тому ми працюємо без перекладача. Шановні колеги, будь ласка, ваші запитання спочатку гравцю команди. Провели ряд побед и продолжаем, ну, держать в том же духе, и настроение хорошее. По поводу соперника скажу, команда действительно хорошая, но у нее есть свои, так сказать, минусы, и надеюсь, мы ими воспользуемся. Дякую. Будь ласка, наступне запитання. Что мы акцентировали внимание, я не могу сказать, потому что это либо наш секрет, и наша подготовка, это наше. Но там уже на поле как повезет, и такой на писанной атаке не будет, уже кто будет в моей зоне, кто меня будет играть. Дякую. Еще за питание, будь ласка, до гравця. Потому что у нас восстановление приходит, у нас на базе есть для этого там, массажи, процедуры, и в принципе никакой усталости нету, и готовимся. Все хорошо. Дякую. Еще запитання до гравця. Немає запитань. Будь ласка, відпускаємо гравця готуватись до тренування і продовжуємо прес-конференцію з головним тренером команди. Будь ласка, ваші запитання до головного тренера. Евгений Шевчук-Кутун. Господин Луческо, Унай Эмери в своем интервью сказал, что нынешняя «Динамо» очень напоминает «Шахтер», с которым вы играли против Севильи. Насколько вы согласны с этим утверждением? Спасибо. Dacă suntem la nivelul ăsta, înseamnă că din punct de vedere rezultatelor, ne apropiem de ceea ce era Shakhtar în perioada aceea. Atunci am jucat semifinala Cupei UEFA. Din păcate nu am avut prea multă șansă. La Lvov am jucat foarte bine și puteam să câștigăm cu un scor destul de mare, dar pe ansamblu Sevilla era o echipă puternică, de fapt a și câștigat Cupa UEFA în perioada aceea, cu jucători foarte buni. Dacă el spune că, din punct de vedere al jocului, seamănă cu ceea ce era Shakhtar în perioada aceea, e un compliment, pentru că Shakhtar în perioada aceea era alcătuit de jucători de un nivel tehnic excepțional. Brazilieni vorbesc, în mare al pagină. Dacă și noi reușim să dăm o imagine a jocului lor prin jucătorii care avem la dispoziție, asta e un compliment care sunt de apreciat. Если он говорит, что игра похожа на Шахтер, то я воспринимаю это как комплимент, потому что Шахтер того времени играл очень зрелищно, и если мы поднимаемся, и имел в своем составе много техничных и быстрых бразильских игроков, если опять же повторюсь, если идет сравнение с тем, что
что наши игроки сейчас в данный момент также играют, вот я воспринимаю как комплимент. Это было, я вспоминаю ту игру, мы должны были во Львове выиграть более крупным, мы хорошо сыграли, но не стоит забывать, что Севилья того времени была очень сильна, и они выиграли, в принципе, в Европу. Я вопрос, будь ласка, наступно запитання. Голос ніжер, будь ласка. На Емері називають спеціалістом своєї групи через європейські печальному турнірі. Наскільки цей фактор впливає на вас позиції тренера ментально перед матчем? Якщо впливає, то як спробуєтеся? Nu există antrenori de tip europeni, antrenori de campionat. Este nivelul competițiilor respective pe care le atacă altfel. De ce nu obțin două rezultate foarte bune în cupele europene? L-aș ajuta pe urmă să aibă o carieră foarte, foarte importantă. Refer la prezența lui în Anglia și în Franța. Este un foarte bun antrenor, foarte bun tactician. Scrupulos în organizarea jocului și în analiza adversarului, dar în momentul are și jucătorii la dispoziție cu o foarte mare experiență față de echipa noastră. Нет тренера, который хорошо играет в чемпионате или который хорошо играет только в кубках или как-то делить эти соревнования. Тренер готовится к каждой игре. Что могу сказать о нем, то что это очень хороший тренер, тренер, который очень детально работает и очень скрупулезно готовит каждую игру с точки зрения тактики. Анализирует очень, очень хорошо соперников и готовит свою команду, которая, в принципе, составлена из очень опытных игроков по сравнению с нашими. И также можно сказать, что у него были периоды и в Лондоне, и в Париже, где он работал. То есть это очень хороший тренер. Pentru că campionatul spaniol e mai greu, pentru că joacă unii cu alții, cunosc extrem de bine, nu pot să vină pe surpriză. Dar pentru meciurile la nivel european, cupa UEFA, atunci pot surprinde, pentru că echipele adverse nu cunosc atât de bine stilul de joc al lui Villarreal. De aceea ei surprind, de aceea au făcut și rezultate foarte bune. În ultimile două participări, acum 2 ani și anul ăsta, n-au pierdut decât două meciuri și acelea au fost în sferturi de finală împotriva lui Valencia, cu retur. În rest au câștigat, au făcut meci nou. Deci o echipă cu 4 jucători peste 31 de ani, 32 de ani, mare experiență și câțiva jucători 23-24 de ani, care asigură baza fizică a echipei. E o echipă bine construită. Что касается Вилларреала, команда в Испании играет очень долго, очень, и там друг друга знают, и там сложно кого-то удивить или создать сюрприз какой-то тактический. В то время как в Европе они это делают постоянно, они очень хорошо, тяжелее изучать их, и они очень хорошо выступают в Европе. Я посмотрел за последние 3 года, они сыграли много игр, они дошли до четвертьфинала, где уступили только Валенсии, а так в 2 играх. А так они, у них очень хороший результат, они выигрывают, они в ничью играли. То есть это очень крепкая команда с игроками, 4-5 игроков за 30 лет. То есть это очень опытные игроки, поигравшие на очень высоком уровне. И очень балансированная команда. То есть она очень хорошо организована. Который тренер, который асигура нивел физика в экипе, и жукатор ку мели до 27 лет, который лежащ не так, как бы там тоту бы формулировал. То есть помимо этих... Экипа бине конструита, форте бине конструита. Очень хорошо составлено, очень хороший подбор игроков.
молодые игроки, которые компенсируют вот это движение в команде, то есть физическую подготовку, и средний возраст 27-28 лет, которые уже имеют определенный опыт. Плюс он жукатор до уровня профессионал экстренда, как Морено, который был жукатор в момент 20 Европа. И плюс к этому они имеют, скажем так, самого лучшего игрока, Жара Морено, который по всем этим качествам поднимается на уровень звезды, топ-звезды чемпионата Европы. Дякую, будь ласка, наступна. Ну, există prioritate. Nu există prioritate pentru nimic. Luăm fiecare meci care vine. Nu există. Suntem profesioniști. Nu suntem la piață să negociem ce ne vine. Nu suntem la piață să negociem ce ne vine. Ce pe-cum. Cea mai важна игра de следующее. Pentru că, în principal, pentru că victoriile, succesele aduc entuziasm și motivație și continuitate. Când nu există acest ceva, echipa poate să facă pas înapoi. Eu nu vreau ca Dinamo Kiev să facă pas înapoi, în niciun fel. Потому что победа приносит энтузиазм, приносит радость, приносит позитив. И это disponibilitatea la antrenament. Это хорошее настроение. Все дает только плюс игрокам, и это радость в жизни. В то время я не хочу, чтобы Динамо Киев делал шаг назад. Ну и другие травмированные есть в команде? Bine, problemele sunt aceleași la noi. Jucăm cu o echipă tânără, până și central, unul are 18 ani și unul 20 de ani. Nu s-a schimbat nimic în toate astea. Verbici, pe semne că îl vom avea la sfârșitul aprilie. Popov, sper că după meciurile astea să apară și el, pentru că avem nevoie. Nu putem duce campionatul doar cu doi fundași centrali în momentul de față. Burda, știți foarte bine că e accidentat și nu se știe când se întoarce. Măluță, la fel, fractura de stres, iarăși foarte mult. Avem probleme care nu au apărat, din păcate, nu au apărat. S-a revenit în antrenamente Garmaș. Avem probleme care, din păcate, nu au apărut nici în timpul jocurilor și nici în timpul antrenamentelor, sau unele dintre ele. Au apărut și antrenamente, da. Vitea, sper să se întoarcă. Se antrenează cu noi, o să vedem astăzi exact cum e. S-a antrenat mai ușor zilele dinainte. Astăzi cred că va face un antrenament complet și dacă se este în măsură să joace, va juca. Deci sunt probleme. Dar problema pentru mine nu e atât de importantă. Jucătorii titulari sunt cei care intră pe teren. Nu cei care sunt rezervă sau care au accidentați. Выходят на поле, которые заменяют этих игроков. По травмированным Вербич может быть в конце апреля, Бурдан надолго, Балуца надолго. Попов, надеюсь, после 3-4 дней вернется в команду. Насчет Вити, сегодняшняя тренировка покажет, в каком он состоянии, потому что он тренировался индивидуально и только последний вчера тренировался в общую игру. И Гармаш тоже тренируется, но он пропустил очень много. Физика, да? Он очень много пропустил и сейчас подтягивается. А пердук по раде приготовили? Но им вырвать это, ну, антрементеры сын. Depind de meciurile care le jucăm, deci nu sunt atât de intense ca să întoarcă rapid. Понимаете, очень сложно игрокам возвращаться, потому что пропустили, например, Гармаш пропустил тренировочный сбор, а теперь мы играем через 2-3 день, и у нас тренировки поддерживающие, практически тренировок особых нет. Поэтому очень сложно кому-то в этот период войти в игровой этот ритм общей команды. Mai ales că terenurile sunt foarte proaste, terenurile sunt... И в этих сложных климатических условиях поля не в очень хорошем состоянии. Не хочет, не хочет, нет. В плохом состоянии. Это не хочет.
Окей, да? Спасибо. Тренировка. Тренирование на большом поле.